Дорогие братья, мы продолжаем рассматривать эту тему «Евангельский Христос». И я хочу прочитать один стих из первого послания Иоанна, 2 глава, 6 стих. Первое послание Иоанна, 2 глава, 6 стих. «Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал». Вчера мы слышали несколько тем, и мы теперь хотим исполнять волю так, как Он исполнял. Мы хотим любить Дом Божий, как Он любил. Мы хотим проповедовать так, как проповедовал Он. И сегодня, и сейчас мы будем говорить о том, как Христос молился, для того, чтобы молиться тоже так же, как и Он. Однажды, еще живя на севере, я устраивался на работу и проходил собеседование. И в беседе с одним высоким начальником услышал от него такую вещь. Он говорит: «Ну, если ты когда-нибудь проспишь и опоздаешь на работу, ну, мы ничего тебе не скажем. Но если это будет два раза, то это уже система». И я вот с этой точки зрения хотел посмотреть на Христа молящегося. Ну, то есть, я открыл симфонию, взял книгу «Бог явился во плоти» Авеля Михайловича Волошина, «Священное Писание», что-то еще. И исследовал и смотрел, как Христос молился, и выписывал разные факты о молитвенной жизни Христа. И таких фактов у меня получилось, наверное, около 40. Как Он молился, как стоял, что говорил, в какой позе и так далее. И потом эти факты систематизировал, и те, которые повторялись 3-4 раза, я брал это как, ну, как систему, то есть это было постоянно. Если произошло что-то один раз, это же не значит еще, что происходило постоянно. Ну, а если несколько раз, и разные евангелисты пишут, и это не одно и то же событие, а по-разному происходило, значит, так оно и было. И вот таких, ну, как бы мыслей, таких тезисов о молитвенной жизни Христа у меня получилось 7. Я хотел бы с вами ими поделиться. Первая мысль. Иисус Христос молился один. Я прочитаю место Евангелия от Матфея, 14 глава, 22-23 стихи. Но таких мест с десяток. Если вам интересно, я могу вам, ну, сказать. Матфея 26, 36-39, Луки 4:42, Луки 5:16, 6:12, 9:18 и еще ряд мест. Ну, вот у меня их 7 записано. Я думаю, с десяток можно будет набрать. Иисус Христос молился один. Читаю Евангелие от Матфея, 14 глава, 22-23 стихи. «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. При нем были ученики, при нем было множество народа, написано около 5000. По морю он отправил учеников, по суше отправил народ, а сам остался один и молился». Братья, я замечаю, читаю и размышляю, и мне стало настолько интересно, насколько сильно Иисус нуждался в уединенной молитве. Хотя таких моментов нет, ну или, может, я не заметил, возможно, с учениками Иисус молился где-то еще. Но очень, как бы, такой красной линией проводят все евангелисты через свои Евангелия вот эту мысль. Иисус уединялся и молился один. Он очень нуждался в молитве уединенной, так, чтобы ему никто не мешал, так, чтобы он мог излить душу свою в молитве Отцу. Для этого, братья, Иисус лишал себя сна. Много текстов, когда говорится, что он молился всю ночь. Многие тексты говорят о том, что он вставал весьма рано при его загрузке, при его нерегулярном, а порою и скудном питании, когда нужда в отдыхе особо остро ощущается. При этом всем он не досыпал очень много для того, чтобы молиться. Он часто лишал себя сна. Нередко Иисус проходил лишние километры для того, чтобы помолиться наедине. В Деяниях апостолов, 1 глава, 12 стих. Ну, там в этом месте описано расстояние от Иерусалима до Елеонской горы, на которой он молился часто очень.
написано так, это расстояние около субботнего пути. Ну, то есть это около километра. И вот он вставал вечером или рано утром, шел около километра на Елеонскую гору, проводил там в молитве длительное время и возвращался этот же километр обратно. Маршруты были такие продолжительные, ходить нужно было много. И кроме всего этого, несколько километров он ходил, чтобы помолиться. Сегодня утром я испытывал нужду и ходил по коридору и искал, где бы помолиться. Ну, потому что везде братья, да, и хочется найти какое-то уединенное место. Но за километр, наверное, бы я не пошел. Я прошелся, даже вниз не стал спускаться, а по коридору поискал. Не нашел, ну, такой, как более-менее укромное. Иисус ходил больше, ну, километра туда, километр обратно. Кроме того, вы помните описание, когда Иисуса взяли, уже повели туда, к Пилату, написано, Петр стоял и грелся у костра. Это было там же, недалеко от Гефсиманского сада, уже к утру. Грелся у костра. Я делаю вывод, что по ночам там было холодно. Казалось бы, намного бы удобнее молиться дома. Тепло и ходить никуда не надо. И несмотря на это, не досыпает часы, идет далеко и мерзнет. И тем не менее, регулярно этим занимается. Насколько сильно Иисус нуждался в личной молитве. И я смотрю, братья и сестры, на себя, братья дорогие, на себя, и думаю, вот бывает так, что мы вечером помолились с детьми. Регулярно мы стараемся это делать. Почитаем или не почитаем, уже не всегда получается прочитать, но помолиться, молимся. Помолились и отправили детей спать, и я сам отправляюсь спать с супругой. И мне... Когда я ложусь молиться, вот только с детьми помолившись, сам ложусь спать, мне такое чувство, как будто я ложусь без молитвы. То есть, как будто надо обязательно пойти, ну, хотя бы с женой, да? Хотя бы с женой помолиться. С детьми, как будто бы это просто что-то не то, что-то не то. И я думаю, что нам нужно иметь личную молитву. Не только с детьми, не только с женой, а молиться лично. И я думаю, нужно организовать ее так, чтобы никто не мешал. И Иисус усматривал это. Организовывал ее так, чтобы никто не мешал. Он, и помните, и в своих проповедях говорил, «Зайди в комнату свою, затвори дверь, и там помолись отцу твоему, который в тайне». То есть сделай так, чтобы тебя никто не отвлекал, чтобы тебе никто не мешал. Надя, супруга моя, говорит, «Я утром уже уйду на работу, дети, трое старших уйдут в школу, и остается только она и Миша младший». Вот. И она говорит, я молюсь в своей комнате, в нашей, закрываю дверь, но на замок не закрываю. Почему? Потому что если ребенок придет, чтобы он не стучал и не ждал, пока мама откроет, он откроет, заглянет, мама молится и уйдет. То есть даже вот это открытая замочная скважина, как бы, да, открытый замок, это для того, чтобы не мешали. Я думаю, хорошо очень, да, когда мы можем сделать так, чтобы нам не мешали, чтобы мы находили время помолиться. Но что интересно, братья, вот здесь интересный момент для объективности. Иисус организовывал свою молитвенную жизнь, свою молитву не в ущерб другим. Вот это тоже важно. Можно так сказать же, да, дети так, тихо все, сидите, не шевелитесь и не дышите. Я молюсь, не мешайте мне и не отвлекайте. Можно же так сделать? Но, наверное, это будет нехорошо. И потом дети будут с ужасом вспоминать, да, те моменты, когда папа ходил молиться, по дому двигаться не разрешалось. Это будет плохо. И Иисус организовывал ее не в ущерб другим. Но вот смотрите, вот этот же момент, это же место. «И отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный». То есть ученики уплыли и попали в неприятность, большую неприятность. «В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю». По всем другим текстам он, написано, молился всю ночь до утра. А здесь до конца домолился всю ночь или нет? Нет. «В четвертую же стражу ночи». Он почувствовал беспокойство и понял, что молитва уединенная – это хорошо, но там ученики страдают. И он пошел к ним утешать их. То есть тогда, когда нужно было, он проповедовал. Тогда, когда нужно, он оставлял и шел к ученикам. Не в ущерб другим. Но при этом тогда, когда ученики спали, и все было хорошо и спокойно, он отправил одних, других, решил все вопросы, и тогда идет и молится. То есть написано так, да, «всему свое время». Время для личной молитвы, время для общественной жизни какой-то, для служения. Но очень важно, чтобы эту личную молитву иметь в своей жизни.
Второй момент. Иисус имел излюбленные места для молитвы. Таких мест тоже у меня, ну вот 5 записано. Я прочитаю одно. Евангелие от Луки, 21 глава, 37 стих. Евангелие от Луки, 21 глава, 37 стих. Если кому-то будет интересно, то можете подойти, я вам дам все эти тексты. «Днем он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Елеонскую». И вот таких текстов, что именно он ходил молиться на гору, называемую Елеонскую, в разных частях Евангелий, это места, которые не повторяются, не то, что одно Евангелие говорит то же самое еще раз. Он ходил на гору молиться. Вообще интересно, да, помните, Иоанна 4:24, при разговоре с самарянкой Иисус говорит, наступают времена или дни, да, и наступили уже, что поклоняющиеся Богу не в каком-то определенном месте могут молиться, да, но поклоняются Богу в духе истине. И по большому счету нет значения, да, не имеет значения, где я это буду делать. В своей или комнате, или в каком-то определенном месте, или еще где-либо. Но мы смотрим, что у Иисуса были какие-то любимые места. Я не знаю, почему это была Елеонская гора, что именно там его привлекало. Но мы смотрим, даже, помните, книга «Счастье потерянной жизни». Я вчера пытался вспомнить это название, не вспомнил, может быть, вы вспомните. У Павла Владыкина было место определенное. Хараф. Вот, да. Я фавор, все у меня крутилось в голове, да. Вот это место было. Он тоже там ходил и через пургу часто, да, и расстояние какое-то было. Ему молиться нравилось именно там. Вот почему так? Или помните эта песня, мне кажется, это Евгения Никифоровича Пушкова, да, «Чтоб губами тронуть половицы, где стояла на коленях ты». То есть мама стояла всегда на одних и тех же половицах, в одном и том же месте. И дети об этом знали, и они знали, где мама молится. Не знаю, как у вас, братья, но вот у меня есть определенные места. Вот я, конечно, молюсь и в комнате в своей. Иногда, допустим, если супруга еще спит, я могу молиться и на кухне, и в детской комнате, где угодно. Но есть одно место укромное, тихое. Там я какое-то особое, ну не знаю, вдохновение, что ли, испытываю. Я встаю на коленях там, и у меня посещает какое-то молитвенное вдохновение. Потому что, не потому что там аура какая-то определенная, нет, конечно, а потому что я там делал это много раз. Может быть, поэтому. Когда готовился к этой теме, вспомнил, извините, про мусульман. Вы помните, у них есть коврики. Вот едешь по дороге часто, и у них есть коврики. Я задумался, зачем им нужен коврик. Стал спрашивать. Но, похоже, есть ритуальное какое-то значение, почему именно коврик. Не об этом речь. Где-то я прочитал, что это как будто бы часть от мечети. Вот этот коврик. То есть он постелил коврик, и как будто бы он в мечети находится. Ну, так он себя чувствует. Но, наверное, еще психологически... Если он молился на этом коврике, когда ему было 5 лет, 7, 24, и теперь ему 45, и, возможно, этот коврик истертый, но тогда, когда он видит этот коврик, у него всегда это ассоциируется с молитвой. Может быть, здесь есть и что-то такое. Я, конечно, извиняюсь, может быть, это рассуждения детские, может быть. Ну, так вот у меня пришли мысли такие в голову. Один брат мне рассказывает. Однажды они работали и обшивали фасад пенопластом. И очень какое-то, ну, продолжительное время работали с пенопластом. А во время обеда, обрезков множество было этого пенопласта, и они во время обеда, пообедав, ложились на пенопласт и отдыхали. Потом эта работа кончилась, и спустя много лет, они встречаются, ну, с коллегами, где там работали, и вспоминают этот момент. И кто-то говорит, ты знаешь, с тех пор всегда, когда вижу пенопласт, мне хочется спать. Это ассоциация какая-то, да, или что это, я не знаю. Вот. И возможно так, когда он видит свой молитвенный коврик, ему хочется помолиться. Или может быть уже в нашей ситуации, да, когда Иисус приходил на Елеонскую гору, он там молился неоднократно. Он, может быть, получал какое-то вдохновение особое. Хотелось помолиться здесь. И мы видим это, да. Мы говорим, что Иисус 100% Бог и 100% человек. И думаю, что и у него и какие-то человеческие были такие чувства, качества, и, возможно, даже и привязанности человеческие. Нравилось молиться здесь. Братья, думаю, хорошо, если и у нас будет какое-то место, где мы будем молиться регулярно. Конечно, кому-то может показаться это, ну, странным, да, я везде молюсь одинаково и хорошо, ну, возможно и так. Но вот у меня так есть, у Храпова так было, да, еще у кого-то было, у Иисуса так было. Возможно, вам тоже это пригодится и будет удобно, какое-то место определенное, и там
Вдохновение будет посещать, и молитвенная жизнь будет лучше. У него были излюбленные места для молитвы. Кстати, и вознесся Иисус с той же самой Елеонской горы. Откуда молился? Там, где он проводил самые, наверное, самые лучшие моменты своей жизни, оттуда он и вознесся, там и сердце его. Если я не ошибаюсь, как будто бы по всяким толкованиям и вернется он туда же, на эту Елеонскую гору, если я не ошибаюсь. Перечислить места? Матфея 14:23, Луки 6:12. Ну вот Елеонская гора. Елеонская гора, да. Я, может, места говорю? Да. Нет. И еще одно было, я сейчас не скажу. Еще одно какое-то было. Елеонская гора в основном это. Гефсиманский сад по обыкновению молился. Но это же есть Гефсиманская, Елеонская гора, да. Третий момент. Как Иисус обращался? Вот, кстати, для меня это было вообще откровением. Как Иисус обращался к Богу? Я прочитаю Евангелие от Луки, 10 глава, 21 стих. «В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: „Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил это от мудрых и разумных и открыл младенцам. Да, Отче, ибо таково было Твое благоволение“». В подавляющем большинстве, даже, наверное, в абсолютном большинстве случаев, Иисус обращается «Отче». Один раз в своей жизни Иисус, ну, то, что записано в Евангелии, один раз Он обращается «Боже мой». Боже мой, для чего ты меня оставил? И, кстати, когда мы будем рассуждать после моего участия, после проповеди, да, мне хотелось бы, чтобы мы порассуждали, почему. Боже мой, для чего ты меня оставил? Именно только тогда он сказал «Боже». Всегда остальное, во всех остальных случаях он говорил «Отче». Иногда он как бы добавлял какую-либо характеристику к этому имени. Например, «Отче праведный». Это молитва, первосвященническая молитва Иоанна 17. Оттуда же «Отче святой» или «Отче святый» характеристика. Здесь мы видим написано «Отче Господи неба и земли». Это тоже характеристика. Каков у тебя Отец? Это Господь неба и земли. И еще один раз «Отче наш» написано «Сущий на небесах». Это тоже характеристика. Отец, который сущий на небесах. И что интересно, братья, да, что вот по этому обращению, как Иисус обращается к Господу, можно судить о Его чувствах и о Его внутренности. Прочитаю Галатам 4 глава, 6 стих. Галатам 4, 6. «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши духа Сына Своего, вопиющего Авва Отче». Вы сыны, и так как вы сыны, то Бог послал вам духа Своего, духа Сына Своего. И вот благодаря этому Духу, который почиет на вас, мы теперь взываем «Авва Отче». И я понял, что от того, какой Дух во мне, вот так я и обращаюсь, так я и взываю. И такое и понимание мое о Боге, каков Дух. Ну вот посмотрите, есть, допустим, четыре обращения. Ну, например, вот я могу сказать «Саня». Ну, обратиться к кому сказать «Саня». Это что-то понебратское такое, да? Могу сказать «Саша». Это же то же самое, ну, по сути, да, я обратился к человеку. Но что-то более близкое, более приятельское. Я могу сказать «Александр». Более уважительное. А могу сказать «Александр Валерьевич». Это уже почтительное. То есть от того, как я обращусь, будут мои чувства видны. И вот мы говорим «Отче». «Отче» – это почтение. Обращение к Отцу – это почтение к Нему. «Отче» – это подчинение Отцу. Это отец, а я сын. Это сознание того, что я сын, это сознание того, что я младший. Вот что было в этом обращении. И знаете, что интересно еще? Вот что ближе, Господи или Отче? Что ближе? Отче ближе. И Господь, Иисус не говорил Господи. И, кстати, знаете, что интересно еще? Ученики, вот несколько молитв записано в учеников. Ученики обращались к Нему «Господи», говорили Деяния 1:24. Обращались «Владыка Божий»,
Деяния 4:24. Боже, обращался только мытарь. Помните в молитве: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Обращался Иисус один раз, когда говорил: «Боже мой, Боже, для чего ты меня оставил?» И цитаты из Ветхого Завета и из Откровения в Новом Завете. Иисус не говорил: «Боже», он говорил один раз, ученики не говорили никогда. «Владыка Божий» сказали. Я думаю, наверное, и нам молиться надо, да? Господи или Отче, как они молились. Вчера Александр Валерьевич, да, Саша, сказал об этом, да, о нашем переживании, как обращаются к Богу. И действительно, это переживание. Я к этой теме готовился и тоже записал себе об этом сказать. Вы слышали молитвы? Допустим, молятся братья и сестры. «Родной мой», я слышал. В песне есть: «Ты мой возлюбленный, прекрасный, долгожданный». Мне всегда это, ну, коробит. Я слушаю и не могу это слушать. «Ты мой возлюбленный, прекрасный, долгожданный». Как можно такие вещи говорить? Понятно, что человек пытается свои какие-то чувства передать. Или помните, твое имя шептать или леять в груди. И стихи вот эти рассказываются, как вчера Александр упоминал, да? Стихи рассказываются и песни поются. И с такой музыкой, и с таким дыханием, с таким очень интимным. Господь меня посещал, и Он меня утешал, и мы провели прекрасную ночь. И я проснулся утром, и я была так рада, и все такое. Я думаю, что нельзя так делать. Что-то нехорошее здесь, нехорошее. Иисус говорил: «Отче», Он молился очень благоговейно и обращался с таким почтением. Четвертая мысль. Иисус имел в молитве определенный порядок. Евангелие от Луки, 11 глава, первые 4 стиха. Это молитва «Отче наш». Евангелие от Луки, 11 глава, первые 4 стиха. Эта же мысль, можно проследить эту же мысль в Матфея 6:7 или в Иоанна 17 главе молитвы первосвященнической. Но вот я читаю отсюда только. Луки, то есть по каждому тексту у меня есть по 3, по 4, а то и 5 текстов по каждой мысли. Луки, 11 глава, 4 стиха. «Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников сказал ему: „Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих“». Наверное, вы слышали неоднократно просьбу к нам или к вам, да, от людей неверующих, чтобы вы научили молиться. Говорят: «Ну как вот надо молиться? Просили же люди так. Ну научи нас молиться, дайте молитву какую-то». Вот как мы в таком случае отвечаем? Что мы говорим? Да. Что на сердце? Обычно мы все говорим, да, вот я тоже так говорю. И вот сколько я не спрашиваю, братья и сестры, все это говорят. Молитесь своими словами, ну как на сердце, да? Кто-то говорит: «Ну вот как ты с отцом разговариваешь, так вот говоришь, так вот ты и обращайся». Интересно, что Иисус так не сказал. Он не сказал: «Петр», ну, здесь не Петр, кстати, один из учеников. Он не сказал: «Ученик, ну молись своими словами, ну неужели ты сам не догадываешься?» Нет, Иисус ему дал целую молитву. Он сказал им: «Когда молитесь, говорите», двоеточие: «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». И здесь вот эти как бы блоки такие смысловые, они через точку с запятой. И я думаю, что Иисус имел в виду не вот эту: «Выучите эту молитву и молитесь всегда ею, этой молитвой». Нет. Если мы посмотрим, то каждое предложение – это какая-то отдельная тема. То есть помолитесь, прославьте Бога, попросите о хлебе насущном, попросите прощения в грехах, попросите о том, чтобы Господь не вел в искушение, но избавил от лукавого. То есть как будто бы план. Вот об этом молитесь. То есть молитва, она у него имела порядок, как бы некоторую структуру. Сейчас я помолюсь об этом, потом об этом, потом об этом. Я не думаю, что имеется в виду одной фразы «помолись» и все. Нет, ты можешь помолиться об искушениях, ты можешь перечислить эти искушения. Ты можешь помолиться о нуждах и перечислить эти нужды, они разноплановые нужды, да? Машина сломалась, стиральная машинка не работает, там сарай покосился, и это нужды, и о них надо помолиться. Но это как бы отдельный элемент такой, вот такие нужды. И, кстати, от Иоанна 17 глава, первосвященническая молитва, там тоже как бы есть смысловые блоки. Сначала помолился Иисус, как бы отчитался, прославил Бога, потом Иисус молится об учениках 12, а потом Он молится обо всех учениках, которые будут потом.
позже. И действительно, вот эта как бы структурированная молитва, определенный порядок, когда есть, вот мне легче. Может быть, вам без разницы. Однажды, когда мы только поженились с Надей, мы написали себе список, о чем будем молиться. Ну и для себя мы так сделали. По понедельникам мы будем молиться, ну помимо всего прочего, например, по понедельникам, о наших друзьях, которые были с нами в подростковой группе, но перестали ходить. По вторникам будем молиться о моих неспасенных родственниках. По средам о ее неспасенных родственниках. И вот так мы расписали. Вот. И нам было удобно. Потому что каждую молитву помолиться и о подростках, которые были, и о родственниках всех перечислить. Я не думаю, что кто-то это делает, и что это, ну, можно как бы. Но когда есть какая-то структура, так легче. Так легче. У Иисуса это было. Может, вы слышали, наверняка слышали этот пример, Николай Степанович рассказывал про одного какого-то старца, очень хорошего служителя, как он приехал к нему домой. Какая-то у них была запланирована поездка. Вот, и он приехал рано-рано утром, хотя должен был приехать еще день назад. Вот, но вот добирался он не прямым поездом, не самолетом прилетел, а ехал электричками с пересадкой. Это было долго, и он очень устал. И вот он приехал, ну, по-моему, это было 6 часов утра. Приехал 6 часов утра, попили чай. И брат отправился отдыхать. Николай Степанович куда-то уехал. Приехал домой, наверное, в 10 часов. Спрашивает, как брат? Жена говорит, встал в 8, проснулся в 8, встал на колени и молится. Ну хорошо, пусть молится. Уехал, приехал в 12. Жена говорит, молится. И в первом часу он поднялся с колен и прошел обедать. И потом вечером мы у него уже спрашивали. 4,5 часа, ну больше 4 часов. О чем он молился? И этот брат-старец, он говорит, ну как же, у меня церковь, 70 членов, пока я о них помолюсь. Пока я помолюсь за совет церквей, пока я помолюсь за тех и других. А я слушаю и думаю, то есть первое, он помолился за церковь. Он их перечислил по порядку. Потом он помолился за совет церквей. И так далее. И то есть, когда вот такие есть блоки, это легче, и тогда мы смотрим, кстати, да, что Иисус молился подолгу. Когда молитва хаотичная, что придет в голову, что вспомнишь, о том помолишься, тогда, наверное, не будет долго. И тогда будет как-то, ну, тяжело, это сам себя утомишь. А когда у тебя есть план какой-то, и время пролетит незаметно, то есть ты сам удивишься. Пока обо всех помолился, просто вышел, о, ничего себе, сколько времени прошло уже. Вот. Вторая книга Царств, 7.27, там написано про Давида. Давайте прочитаю. Вторая книга Царств, 7.27. Это к тому, что все-таки нужно как бы немножко думать и планировать молитву свою. «Так как ты, Господи Саваоф, Божий Израилев, открыл рабу твоему, говоря, устрою тебе дом, то раб твой уготовал сердце свое, чтобы молиться тебе такую молитву». Давид уготовал сердце свое, чтобы помолиться. То есть он подумал, о чем он помолится. Еще, не буду читать место, молитва Соломона. Помните, длинная-длинная молитва. Если будет такая ситуация, ты ответь. А если такая? И там много-много ситуаций перечислено. Ну и трудно предположить, хотя, конечно, Соломон мудрый человек, и он может так, как бы, экспромтом, да, соображать. Трудно предположить, мне, по крайней мере, да, что вот все это он продумал, вот сейчас он по ходу молится, и всю жизнь израильтян охватил, все возможные повороты судьбы. Как будто бы он заранее подумал, и вот пришел и помолился. Вы помните, была такая женщина, Анна, написано, она находилась в храме, служа молитвою день и ночь. То есть у нее молитва была как служение. А в Римлянам написано, да, что служение ваше должно быть разумное, приготовленное, такое как бы продуманное и организованное. И думаю, что у Анны это служение было организовано, хорошо продумано, о чем она помолится. Апостолу написано, мы пребудем в молитве и служении слова. Это тоже было служение, и, наверное, это было тоже как-то немножко у них это организовано. И вообще мы говорим, есть фраза такая, да, упорядоченная молитвенная жизнь. В молитвенной жизни должен быть какой-то порядок. И вот, наверное, вот это и есть элемент вот такого порядка. Следующая мысль, пятая. Иисус молился о конкретно сформулированных нуждах. Подчеркиваю слово конкретно. Луки 22 глава, 32 стих. Кроме того, есть Матфея 26, 39 и Иоанна 17, там несколько моментов. Матфея 22, 32. «Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Иисус говорит, я молился
о тебе. То есть он не молился об учениках всех одновременно. Господи, ты благослови учеников, у каждого есть нужды, переживания. Ты все знаешь и можешь знать, знаешь прежние прошения, можешь дать более просимого и так далее, и так далее. Ты усмотри нужды каждого. Нет, Иисус молился, написано о Петре. Предполагаю, что он молился и об Иакове, и об Иоанне, и о Матфее, и о всех остальных по порядку. И вот он молился о Матфее, вспоминал жизнь Матфея. А какие у него переживания, какие у него проблемы? Он помолился за проблемы Матфея. Просто если приоткрывается, Иисус с Петром разговаривает, он говорит: Петр, я тебе молился. О чем ты молился? Я молился, чтобы вера твоя не оскудела. Эта молитва, эта нужда была конкретно сформулирована. Я по себе замечал: Господи, благослови на этот день, чтобы все нормально было, все хорошо. А я даже не знаю, что я имею в виду. Усмотри все мои нужды. Посмотри все проблемы, смотри, вот там брат живет, ну, чтобы все хорошо у него было. Мы, когда отчитываемся благовестие, замечали, вот отчитываемся благовестие, и нас спрашивают: ну, кто-нибудь покаялся у вас на благовестие? Мы говорим: нет, никто не покаялся. Плохо. Плохо, что не покаялись. Хорошо, а вы призывали к покаянию грешников на благовестие? Да нет, как-то неудобно, это ж, ну, мы призывали их Библию читать. Но если мы призывали Библию читать, то они тогда и читают. А если мы их не призывали покаяться, как они покаются? Конечно, не покаяться, их мы не призывали к этому. То есть мы конкретно не говорили им об этом, так они и конкретно не отреагировали. Откуда же они знают, что покаяться надо? Вот. И если мы, допустим, у Господа конкретно ничего не просили, то а как мы поймем, Господь ответил нам или не ответил? Ну, мы же день прожили, прожили. Как бы ни было, ну, живые, значит, Бог благословил, все хорошо. И когда, бывает, спрашиваешь у людей: ну расскажи пример услышанной молитвы. Нередко бывает, как бы задумываешься. Я сам задумываюсь: так, а что же Господь мне отвечал? Ну, недавно. Не будешь вспоминать, что 10 лет назад было, а свежее что-то хочется. И я думаю, если я конкретно не просил, так мне Господь и не ответит. Вернее, я не увижу этот ответ, потому что он не был сформулирован мною конкретно. И с детьми мы так, детей своих учу молиться. Мы встаем на колени, я говорю: дети, вспомните, что в сегодняшнем дне было. И поблагодарите конкретно: Господи, вот это был хороший момент такой, вот это было хорошо, вот это хорошо. Поблагодарите конкретно за конкретные вещи. Или вы плохо себя вели, попросите прощения конкретно: Господи, вон там я сказал плохое слово, там я обидел свою сестренку, а там я украл конфету. Поскажите конкретно. И, наверное, и нужды тоже конкретные. Господи, у брата такая нужда, он вот колеблется и не проповедует совсем. Помоги, чтобы он проповедовал. Благослови его. И смотришь, брат проповедь сказал. О, ответ на услышанную молитву. Вернее, ответ услышанный, да, на молитву. У Иисуса это было конкретно. Он перечислял, и Господь отвечал ему. Еще один момент интересный. Но он описан только в одном месте. Вернее, тут раз, два, три, пять стихов. Но все это в одной главе. Иоанна, 17 глава. Я несколько стихов прочитаю. Это будет уже шестая, наверное, мысль. Шестая, правильно, да? Вот. Иоанна, 17 глава, 4 стих и 6 прочитаю. А еще это в 12 и 26 есть эта мысль. 17:4. «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». 6 стих. «Я открыл имя Твое людям, которых Ты дал мне от мира. И они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое». И Иисус дает в молитве Богу отчет о сделанном. Хотя Господь знает прекрасно, да? Он же знает, прославил Иисус его на земле, не прославил. Знает, что сохранились все ученики, и они слово сохранили, да, он это знает. Но Иисус, тем не менее, считает нужным, да, он отчитывается. Он говорит: Господи, я сделал вот это. Думаю, наверное, прекрасно будет, да, если я в своей молитве тоже буду отчитываться. Я стану на колени и буду говорить: Господи, благодарю Тебя, вот так я сегодня сделал, вот это не получилось, вот это было неудачно, вот это, слава Богу, я рад, так хорошо получилось. Я буду Богу рассказывать. Это не будет похвала, я же не буду перед Богом хвалиться, я рассказываю, что я сделал. Мы же приходим, начальство отчитываемся, там подмел, здесь убрал, там покрасил, все нормально. Или там заказчиком: вот я это сделал, оплатите. Хорошо, я думаю, если Богу мы отчитаемся. И, кстати, тогда, когда мы Богу будем конкретно рассказывать то, что мы сделали сегодня, то, наверное, мы увидим, что я сегодня-то ничего и не сделал. Я молюсь, говорю: Господи, хороший был день, а ты отчитайся Богу, что ты сделал? Я ничего не сделал. И это будет видно тогда, когда я буду стараться называть вещи своими именами.
По-моему, тоже это было про Николая Петровича Храпова мысль, если я не ошибаюсь. Однажды они приехали куда-то ночевать вдвоем с братьями. Очень было поздно, и они очень устали. И он говорит, он встал на колени и говорит: «Господи, я сегодня очень устал. Обо всем я тебе расскажу завтра». Кажется странно. Но, говорит, утром только забрезжил рассвет, я проснулся, брат, говорит, соседний, который с ним ночевал. Я смотрю, что Николай Петрович стоит на коленях и уже Богу все рассказывает. Вот этот момент мне понравился, я тебе завтра все расскажу. Как будто бы Господь не знает, зачем ему рассказывать. Но Иисус рассказывал. Ну, может быть, пример немножко из другой темы, но он тоже как бы проиллюстрирует эту мысль. Не так давно, буквально несколько дней назад, так получилось, что я попал на литературный семинар. Очень интересная вещь, литературный семинар о том, как писать рассказы, как писать всякие статьи и прочее. Очень было мне интересно. И момент такой. Вам, может быть, тоже, братья, пригодится, потому что, ну, кто-то тоже занимается из вас этим моментом. Вот. Когда главное, когда в рассказе одно действующее лицо, например, мальчик Вася. Помните, нас в школе всегда учили, да, что постоянно писать одно и то же слово рядом некрасиво, это портит текст, и мы иногда разбавляем, пишем Вася, потом пишем мальчик, потом пишем опять мальчик, потом Вася, ну и как бы разбавляем это, чтобы не так часто встречался Вася. И вот брат, который преподает, очень компетентный, он говорит: я вас попрошу, чтобы вы на вашем этапе развития, низкого развития, вот, чтобы вы всегда писали Вася, не писали мальчик, чтобы только по имени упоминали главного героя. Странно, почему? Мы смотрим, что авторов серьезных этого нет. Они вот так меняют местами. Он говорит: нет, вы это сделаете. Я потом скажу, для чего это сделано. Это педагогический прием. А потом он рассказал, почему это делается. Потому что, когда вы честно напишете за место мальчика только Вася, и вы посмотрите на страницу, и у вас окажется 28 Вась на одной странице. То есть у вас только Вася, больше нет ничего. А если мы разбавим, то как будто Вась до раза меньше стала, как будто текст более содержательный. На самом деле это мы сами себя обманули. А это вот как бы вот эти вот все эти Васи, подчеркните их, да, и вы увидите как бы точно и честно вот эту вашу работу. Возвращаясь сюда же, да, тогда, когда мы Богу отчитаемся: Господи, я сделал то и то, или может быть я в воскресенье это сделаю, Господи, на неделе я сделал то. Я честно увижу, что оказывается неделя-то прошла, а я сделал, перевел бабушку через дорогу, да, и там может быть проповедь сказал. Ну или может подвез кого-нибудь по пути, все равно ехать, какая разница. И все, я вижу, что оказывается мало что я сделал. Иисус отчитывался. Ну и последняя мысль, она будет уже как бы заключительная. Она из нее вытекает, все седьмое. Здесь, может быть, я чуть подробнее расскажу. За молитвой Иисуса часто следовали очень серьезные события. Луки 3:21-22. Написано: когда Иисус, крестившись, молился, помните, Дух Святой сошел на него в виде голова, отверзлось небо, затем Дух Святой сошел на него в виде голова, и прозвучал голос с небес. Сын возлюбленный, и так далее. Вот. То есть, вот что произошло после молитвы. Луки 6:12-13. Написано: Иисус молился, молился долго, там написано, всю ночь пробыл в молитве с Богом, в разговоре с Богом. И написано: после этого он призвал учеников. То есть было 70 учеников, 12 он избрал и поставил их учениками. То есть это серьезный такой поступок. Это был после длительной молитвы. Луки 9:18. Написано: Иисус молился, ученики были где-то недалеко, не с ним, но где-то рядом. Не молились, где-то рядом они находились. Написано: он встал с молитвы и спрашивает у них: за кого почитают меня люди? Странный вопрос, неожиданный. Вообще непонятно, почему он это спрашивает. Но этот вопрос родился у него во время молитвы. Вот. Луки 9:29. Написано: преображение было. Когда молился, преобразилось лицо его, и он изменился, и там беседовали с ними. Вот. А Матфея 14 глава, очень интересное место, вот то, что мы с вами читали. Иисус помолился, то есть отправил всех, написано, помолился, потом ученики попали в бурю, и он пошел по воде. Это было тоже после молитвы. Не после каждой молитвы что-то происходило невероятно, не после каждой. И в нашей жизни тоже не после каждой молитвы, не во время каждой молитвы будет что-то, может быть, особенное. Но бывают моменты, когда во время молитвы Господь
более или менее как бы ясно дает понять волю свою, или какая-то мысль приходит, какое-то понимание. Когда супруга моя, она работала в издательстве, в этой в миссии, вот, и в этот момент она еще была, даже не невеста моя была, вот, а я молился у себя в церкви и собрался жениться, молился: «Господи, открой волю Божию, потому что хочу жениться», и так далее, и так далее. И даже у меня был еще вариант один, как бы я уже к нему двигался постепенно, к этому варианту. Ну, еще не предложение делал, нет, ничего, просто была мысль такая. Мы немножко молились с родителями и думали. Вот. И в этот момент, потом мне Надя уже рассказывает, что происходит в этот же самый момент у нее, с ней происходит. Она говорит: «Я встаю на колени, молюсь, ну, как обычно, и во время молитвы мне такая навязчивая мысль: езжай домой». Ну, домой, в смысле, в Сургут, и я в Сургуте жил. И она, ну, как-то отмахнулась от этой мысли, просто искушение посетила, думаю, там, ностальгия, скука и так далее. В следующий раз стою молиться, опять навязчивая мысль: езжай домой. И я пошла, говорит, к служителю, Александр Чох, да? Да, Александр. Я пошла, говорит, к нему и рассказываю: «Вы знаете, брат Александр, все время, когда я стою на молитву на колени, мне такая мысль в голову приходит: езжай домой». И он говорит: «Когда тебе приходит? На молитве? Езжай домой. Если это приходит на молитву, езжай домой». И потом мы сопоставляем точно, точно, это точно Бог открывал. Он там вообще вел очень чудесно, увлекательная история такая. Вот. Но Бог открывал во время молитвы. И много раз так было. Даже такие, как бы, может быть, ну, примитивные вещи. Я потерял какую-то вещь, не могу никак найти. Ну, допустим, это будет компрессор для машины, чтобы накачать колесо. Такая примитивная вещь. Я искал, не могу найти. И вот во время молитвы, думаю, помолиться об этом. Ну, кажется, глупость, да, какая-то, молиться о том, чтобы найти компрессор, где он есть. Я думаю, помолюсь: «Господи, помоги найти компрессор», и я вспомнил, где он может быть. В этот самый момент. Потом иду, точно там лежит. Я сам положил, на молитве вспомнил, куда я положил. Наверное, у вас так было. За молитвой часто следуют какие-то серьезные вещи вот такие вот. И, может быть, если с другой стороны зайти к этому же вопросу, молитва должна предшествовать всяким серьезным делам. Это как бы обратная мысль. Молитва должна предшествовать обратным делам. Угу. Вопрос интересный, смотрите. Вопрос: уместна ли формулировка, ну, моя формулировка, хаотичная молитва или неструктурированная молитва? Разве не должен человек молиться, руководствуясь желанием сердца от Духа Святого? Ну, формулировки вы знаете, формулировки — это всегда, ну, как какой-то такой книжный оттенок имеет, да, и вообще структурированная молитва, что это такое? Кажется, как-то глупо. Формулировки, они все такие. Но вы поняли мысль мою, братья, да, что я имею в виду? Вот мы же знаем, мы стали молиться перед едой, да? О чем мы помолимся, мы же знаем. Поблагодарим Господа за пищу, попросим, первое, я структуру говорю, второе, попросим, чтобы Бог и благословил, ну и, возможно, третье, помолимся за руки, кто приготовил, или там за бедных и так далее, это уже там по-разному. Но, по сути, первое и второе, это должно быть. Мы же знаем, что мы стали молиться за пищу и вспомнили здесь одно, другое. Конечно, может такое быть, но, как правило, такого не бывает. Есть какая-то определенная структура. Конечно, бывает, что ты подумал: я помолюсь о церкви своей, да, я буду молиться о своей церкви, я молюсь. И, конечно, в этот момент Дух Святой мне подскажет мысли, да, у этой сестры такая проблема, помолись о ней. И, может быть, даже он мне и мысль пошлет, что сделать с этой проблемой. Может быть так. Вот. Вот в пределах этого, конечно, Дух Святой что-то подсказывает. Ну, а в целом, как правило, да, наверное, легче будет, когда вот какая-то есть структура. Хотя слово, может быть, вас, ну, как бы режет слух немножко. Я прочитаю еще раз этот стих, 1 послание Иоанна, 2 глава, 6 стих. 1 послание Иоанна, 2 глава, 6 стих. Я его читал уже, прочту еще раз. «Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал». Мы видим, да, как Иисус поступал, он молился один. Не всегда, нет, но имел личную молитву. Помимо всего прочего, имел постоянную личную молитву. И Иисус имел излюбленные места для молитвы. Может быть, нам это чем-то поможет. Иисус обращался: «Отче». Иисус имел в молитве определенный порядок. Иисус молился о конкретно сформулированных нуждах. В своей молитве он давал Богу отчет о сделанном. Ну и как следствие, да, за его молитвой часто следовали какие-то серьезные события. И мы будем с вами поступать так. Кто должен поступать так, как поступал он. Сейчас будут рассуждения, братья, да? И, может быть, два вопроса я хотел вам предложить для рассуждения. Иисус говорил: «Боже», я говорил уже, да, почему в этот момент он сказал: «Боже мой», почему он так обратился?
Может быть, кто-то знает ответ. Ну, еще один ответ. Иисус зачастую брал с собой учеников, но они не молились, они находились рядом. Это в Гефсиманском, что побудьте здесь, помолитесь, а я пойду помолюсь один. На горе Преображения пришли, они спят, он молится, и не видно, что он их побуждал. Вот когда Отче наш, он говорит, молитва, да, он молился, они рядом были и наблюдали, но он их не призывал к этому, не побуждал. Почему это было? Целенаправленно? Или что это за мысль была? Ну, или какие у вас есть еще рассуждения?